Комплекс Мурадия – один из старейших построек Бурсы. Находится он в старой части города. Комплекс состоит из мечети, школы, больницы и кладбища. Вот именно на этой территории, где мы сейчас находимся, и стоят мавзолеи членов османских династий. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня в Бурсе, и одним из мест, которых я хотела посетить, это является тюрбе, где покоится тело шехзаде Мустафы, сына султана Сулеймана и Махидевран, которого приказали казнить по приказу его отца. Самый большой мавзолей на этой территории, естественно, принадлежит Мураду II, ведь весь комплекс носит его имя – Мурадия. Этот правитель, как говорит история, отличался большой скромностью. Иногда он переодевался в простую одежду и выходил в народ. Его могила интересна тем, что при постройке его тюрбе, так называется мавзолей, в куполах он приказал сделать отверстие, чтобы солнце, дождь и снег попадали на его могилу. И положили его не в саркофаг, а просто в землю. И указал не ставить никаких надгробных камней. Как вы видите, вода на полу, потому что на улице идет дождь. Значит, и правда, вода попадает в здание. Здесь же в отдельном помещении находятся могилы детей Мурада II. Шехзаде Ахмета, Аладдина и его дочери Хатидже. А это тот самый мавзолей, ради которого я и приехала в это место, являясь давней поклонницей сериала «Великолепный век» – тюрбе шехзаде Мустафы, казненного сына султана Великолепного и Махидевран Султан. После казни сына и внука жизнь Махидевран Султан была очень трудной. Ее выслали в Бурсу, где был похоронен Мустафа. Будучи матерью опального шехзаде, ее лишили всех выплат, и она осталась без средств для существования. Для того, чтобы хватило на жизнь, жилье и проживание ей и вдове ее сына, которая осталась с ней, она продала все драгоценности и вообще все, что имело хоть какую-то материальную ценность. Уже после смерти Сулеймана ситуация изменилась. На троне оказался Селим, который выплатил Махидевран все ее долги, приобрел для нее дом в Бурсе и назначил пенсию. Теперь, имея средства, Махидевран смогла организовать фонд для поддержки мавзолея своего сына. Махидевран Султан скончалась 3 февраля 1580 года, пережив и Сулеймана, и Хюрем, и всех их детей. Давайте зайдем вовнутрь. На мраморных постаментах покоятся 4 гробницы. Самая большая принадлежит шехзаде Мустафе, казненного в 1553 году. Следом шехзаде Осман. Гробница Махидевран Султан. Заметьте, на табличке, как видите, написано Хатун, не Султан. Некоторые историки считают, что до заключения брака между Сулейманом и Хюрем все наложницы султаном носили титул Хатун. Кстати, интересно и странно, что первенец Мустафы, шехзаде Мехмед, задушенный в возрасте 7 лет по приказу султана Сулеймана, похоронен за пределами мавзолея. Thank you.
архитектором этого мавзолея был Мехмед Чавуш, которого порекомендовал знаменитый Мимар Синан. Построено это здание было в форме восьмиугольника. Внутри богато украшено знаменитой изникской плиткой изумительного голубого цвета всех оттенков. Различные цветы, тюльпаны, гиацинты. Кстати, Изник – это городок, расположенный рядом с городом Бурсой. Фризы над окнами темно-синего цвета традиционно расписаны сурами из Корана. В верхней части стены и окна украшены росписью и гравюрами, которые выполнены в османском стиле. А мы идем дальше. Это мавзолей Гюльшах Хатун. Гюльшах Хатун – это жена султана Мехмеда II, завоевателя. Очень простое, скромное тюрбе. Где покоится сама Гюльшах Хатун, умершая в 1479 году. И еще неизвестная гробница. Никаких мозаик, никаких витражей и росписей стен. Все очень просто. Еще один мавзолей одной из жен Мехмеда II – Мюкреме Хатун. Гробница Шахзаде Махмуда, сына султана Баязида II. Очень красиво и богато украшенный мавзолей. Совсем недавно весь комплекс мавзолеев был под реставрацией, поэтому что сейчас обновлено, а что тех времен, неизвестно. На потолке показан сектор. Это так вот было раскрашено раньше. Вот такой был рисунок на потолке раньше. Здесь же покоятся его сыновья. Шахзаде Муса, Архан и Эмир. Казненные в 1512 году. Вот еще один мавзолей неизвестных мне отпрысков султанской династии. Заглянем на секундочку.
Это мавзолей младшего сына султана Мехмеда II, Джема. Он претендовал на османский трон после смерти отца и предлагал своему брату Баязиду II править вместе. Но после нескольких поражений в гражданской войне с собственным братом он бежал сначала в Египет, а затем на Родос. Тоже очень красиво и богато украшена эта тюрбе. Такие яркие цвета, насыщенные. Джем Султан и его родственники. Здесь его брат и сын. На территории Мурадия, позади комплекса, расположен музей надгробных плит всевозможных форм, размеров. Но это не кладбище само по себе, это надгробные камни и саркофаги, найденные при реставрационных работах, раскопках со всей Бурсы. Они рассортированы по видам, датам, расставлены в определенном порядке. Такой себе парк надгробных камней. А вот саркофаги такого черного цвета, надгробные плиты и камни. Уже в самом углу комплекса позади нашли еще несколько мавзолеев, довольно интересных. Хюма Хатун Тюрбеси. Хюма Хатун – наложница османского султана Мурада и мать его сына Мехмеда, именно того самого, который завоюет Константинополь и превратит его в столицу Османской империи на века и войдет в историю как Мехмед-завоеватель. Хотя ее называли и французская принцесса, и девушка итальянского происхождения, похищенная алжирскими императорами, многие историки склоняются к ее славянскому происхождению. И последний открытый мавзолей оказался местом покоя сестер Махитевран Султан. Белькис Ханым и Акиле Ханым. Лично я теперь поняла, почему Бурсу называют зеленым городом. Здесь такой влажный, свежий воздух. Мне после Измира даже непривычно. Так легко дышится здесь. Вон там вдалеке виднеется тюрбе Шехзаде Мустафы, куда мы уже ходили. И сразу на входе или выходе, там где турникеты, находится кладбище. Это кладбище работников, имамов, те, которые обслуживали в то или иное время этот комплекс Мурадия и их семей. Здесь же находится джами. Но мы туда не ходили. Местные кошки. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие интересные видео. Всего вам доброго. Пока-пока. До новых встреч на моем канале.